О, как велико безумие беззакония, Ава Отче, Алменеклайда вошло в землю Украины. Аминь. Ребиде Алфарайда, и как лютует враг Ава Отче, ибо Ава Отче Клайда идет поражение его Алмины Клауды Фарауды, и он уже не знает, что делать Клайды, и сметает селение города, и делает великое Ава Отче опустошение и насилие. Но это говорит Господь до времени, аминь, ибо я Ава Отче презрел на эту страну, аминь. И я, Ава Отче, ее буду спасать, кламаны штеуды, Ава Отче, сила неба ламаны алфарауды. Дойдет, Ава Отче, безумие, дойдет беззаконие, аллилуйя, и когда наполнится чаши, Ава Отче, гнев мой пойдет впереди, и я сокрушу безумцев клауды, я сокрушу Россию, Ава Отче, до праха рамины алфарауды. Я потрясу землей той, Ава Отче, и морем алфарайды, и горами кламаны штайзе, и вулканами Лабаде Флауде Штайзе, и начальствующими, и приведу безумие, приведу Ава Отче в рак, приведу Ава Отче в болезни, и великие Ава Отче потрясения всю землю за то, что кламаны Штауде сегодня, аллилуйя, проявлена великая жестокость и великое зло против земли Украины, кламаны Штауде. Кровь Иисуса Лауде, и обходит ангел мой Клауде, и он там, Ава Отче, в больнице, и в тюрьме Клауды, где сегодня питают Ава Отче, мучают мариупольцев Клайда, воинов Ава Отче Клауды, и я там, и я все смотрю, и вижу кламаны Штауды, но будет мое воздаяние велико, Ава Отче, и те, которые делали насилие зло, будут истреблены и роды ихние, Ава Отче, и дети, внуки кламаны Штайзе, и не останется памяти, ибо безумие вошло в сердца народа всего Клайда, и они ходят мерцам, тому Ава Отче праху Ленина Клемена Штаузе и делает безумие, Ава Отче, в сердцах своих и в жизни Клайда, Ава Отче, и потреба, Ава Отче, демон, Ава Отче, обольщение, демон, Ава Отче, развращение, демон, Ава Отче, великого, Ава Отче, помрачение разума вошел на эту землю Клемена Штаузе, потому Ава Отче, суд мой готов, Клемена Фа, и ярость моя велика, и Ава Отче готовлен, Ава Отче, Клауде приказ от меня, и он будет дан Клауде, моим воинам, аллилуйя, и укреплю дух, Ава Отче, воина Украины, укреплю, не бойся, не страшись, потому что Бог за тебя поборает, почему Алфарайда не призывается имя мое, почему не призывается сила моя, почему призывается мертвое Клауде, то, что не несет Ава Отче жизни, прославьте имя Бога, кламаны Штауде, воздайте честь, славу, хвалу, и я пойду впереди воинства Украины, Ава Отче, и я благословлю мудростью великой и начальствующих, и генералов, и полковников кламаны Штайзе, и офицеров, и простых, Ава Отче, воинов, и дам такую силу, что не превозможен никто, и Европа вся, Ава Отче, земля увидит Клауде, как велико я благословил, и как велико избавил Клайда, как велико защитил, ибо Ава Отче есть в руке моей милости для этой земли, ибо я нашел нечто праведных, нечто, Ава Отче, любящих, славящих меня, которые клеманы Штайзе величают меня, любят меня, и которые поклоняются, плачут, и которые стоят в проломе, как стоял Моисей. Аминь. И будет дана милость, Ава Отче, и будет дана благость, Ава Отче, рамены кламаны Штайзе, и будет дано благословение, потому не страшись и не бойся, Клайде, но обрати сердце взоры Господу к истине, к правде, чтобы я избавил и помог, ибо Бог всемогущий есть великий и сильный, Ава Отче. О, кровь завета, сила неба, о, сила неба, кламаны Штайзе, и потому стань на стражу, стань, Ава Отче, Клайде, и молись, слава Дефа, ибо я все равно сокрушу и остановлю безумие, Ава Отче, врага, и поражу ему, Клайде, всякими лютыми, Ава Отче, болезнями, Клава Дефа, ибо я есть Бог святой, и я вижу, Ава Отче, зло и беззаконие, и будет велика милость, и будет велико благословение, майна кадр флауде, кто может противостоять, мы все силе Господней, нету такого, и не было никогда, ремене фата штауде клауде, о, сила крови, он ныне, Ава Отче, Бог воскребит над землей Украины, Господь,
Господь, а Отче, яви Твою силу и славу, яви Свою победу, а Отче, Он Бог Святой, и Он ступит за Клавдия, и пойдет страх великий, береги, а Отче, ужас, а Отче, поражение, и трепет Клавдия, и слепота, и паралич, и болезнь, и сокрушит врага, а Отче, и сие будет от руки Господней, потому что ангел выйдет, губитель на поражение, истину Бог живой, а Ты будь верный, а Ты молись, взывай, а Ты рук не опускай, а Ты не смотри, что говорят люди, что не возвещают через телевидение, Ты смотри на Бога сильного, который может, а Отче, все менять в мгновение, а Отче, сокрушая силы тьмы и ада, и обращая, а Отче, победу Клавенштайзер, а Отче, обращая милость и ласку, и давая великую радость Клайде, и как я вступался на за народ Израиля, и помогал, куда его пьяли, так я вступлюсь за землю Украины, а Отче, Клавенштайзер, и сокрушу врага, и погоню его, Ремене Хайзе, и не будет силы ни стрелять, ни воевать, а Отче, сокрушу до основания, и открою глаза матерям Клавенефа, и увидят, что сделал Путин с этими детьми, эти генералы, и будет великое волнение, великое восстание, а Отче, великое Клайде, положу, а Отче, этот великий крик Ремене Хайзе за своих детей, за то, что Клавенефа, они сегодня посланы на убийство, на уничтожение, а Отче, мирных сел, мирных городов, кровь Иисуса, Романе Клауде, а эту душу помрачу до безумия и сокрушу до основания весь его род. Романе Клауде, и уразумеет вся земля, что Бог сегодня шествует по всей земле, и его сила велика, и никто не остановит его намерения, а Отче, сила неба, кровь завета, и потому Клавене Штайзе, а Отче, народ Украины, склоните колено, поставите к Богу всемогущему, дабы Он, Отче, начал действовать, чтобы не пришло на тебя посрамление за то, что ты не того призывал, не на того надеялся, понадейся на Бога, и Бог явит победу свою, так говорит Дух Святой, аминь.